Здравствуйте! Сегодня с вами очередная передача из цикла «Улицы Харькова». Иванов, Петров, Сидоров – самые заурядные фамилии. Улицы Сидорова в Харькове нет, а вот улицы Иванова и Петровского есть, и причем заурядными их никак не назовешь. Наденьте очки и судите сами. Улица Иванова прославилась не меньше, чем улицы с более примечательными названиями. И хотя Иванов вовсе не лошадиная фамилия, к лошадям, птицам и другим животным эта улица издавна имела какое-то отношение. Ведь прямо к ней примыкал ветеринарный институт, ныне дом детского творчества. А здесь селилась еще в 19 веке ветеринарная профессура. Сама же улица называлась Ветеринарной. Храм науки благотворно влиял на нравы жителей. Не случайно именно здесь построили дом общества распространения в народе грамотности. Поскольку сейчас у нас больше больных, чем неграмотных, нынче в этом доме разместилось лечебное учреждение. Тем не менее, любимые занятия сегодняшних школьничков ничем не отличаются от гимназических развлечений. Поймать летучую мышь и попугать ею одноклассниц – дело нехитрое. Девушки, а вы знаете, кто такой Иванов? Нет. Нет. А то, что вообще вот улица Иванова, да? Да, знаем. А кто такой Иванов, не знаете? Нет, не знаю. Мужик какой-то. Кто? Мужик какой-то. А среди ваших знакомых есть юноши вот, или девушки по фамилии Иванов, Иванова? Очень много, достаточно да, много. Самая распространенная фамилия. Не, не самая, ну, самая. Одна из самых. А как вы думаете, почему вот такая обычная фамилия, а целая улица и названа? Видимо, какой-то великий человек носил эту фамилию. Да. Видно, что такой выдающийся сделал. Да. Возможно, математик. А может быть, деятель искусства. Да, да. Может, вообще биолог. Кто его знает? Может. А может быть, это фамилия самая распространенная на Руси. Потомственный рабочий Андрей Васильевич Иванов, командовавший киевским заводом «Арсенал» и свергнувший буржуазное украинское правительство, и не подозревал, что улица, названная его именем, вновь войдет в эпоху капитализма. И о былых временах здесь напоминают лишь два здания. Первое из них – бывший дом ЦК Компартии Украины, на месте которого когда-то стояло губернское земство, а сейчас располагается облисполком. Это место интересно еще и тем, что здесь в 1905 году состоялась беседа товарища Артема с будущим лидером кадетов Милюковым. Второе идеологическое здание – это так называемый Брежневский домик, который, по слухам, посещал сам Леонид Ильич. Так это или не так, но во всяком случае этот дом был партийной резиденцией, а жизнь власть придержащих, как и сейчас, находилась за семью печатями. Здание телефонной станции, первого автоматического узла связи в Харькове, построенное в 30-х годах в стиле конструктивизм, напоминает о всеобщей связи эпохи поколений. Ведь мы же не Иваны, не помнящие родства. Кстати, вы знаете, как называется эта улица? Да, да. Улица Иванова. Улица Иванова, да. И вы тут часто бываете? Очень часто. Это наша любимая улица. Мы только по ней ходим. Туда-сюда, туда-сюда. Вы знаете, такая красивая улица, вообще люблю больше всего эту улицу. А вот что такая вот популярная фамилия обычная, вроде Иванов, Петров, Сидоров? Почему, допустим, не Петрова улица, а почему именно Иванов? А есть и Петрова улица? Петровская. А, какая? Петровского. Есть. Есть. А кто такой Петровский, знаете? Не, без понятия. Как видно, далекие потомки харьковских революционеров не знают, что Григорий Иванович Петровский и Андрей Васильевич Иванов были соратниками. Свела их вместе не нужда, а общие задачи большевистской партии. Петровский был политическим деятелем номер один в большевистской Украине. До революции он входил во фракцию большевиков в Государственной Думе, а с приходом советской власти Петровский стал наркомом внутренних дел СССР и вместо Троцкого подписал Брестский мир. С 1919 по 1938 Петровский занимал пост главы украинского государства, председателя УЦК. Сын его позже был репрессирован, а сам Петровский впал в немилость. Тем не менее, после его смерти улица, названная его именем, продолжала процветать. Первое ее название – Бассейны. Ведь именно здесь, на месте поворота трамвая, в начале 20 века находился напорный бассейн Харьковского водопровода. Из старых зданий тут сохранился частный особняк финансиста Корнеева, выходящий фасадом на улицу Чернышевского, и более известный как Книжная палата Украины. Когда-то здесь стояли каменные львы. Частная гинекологическая клиника Бранта, ныне кардиоревматологический диспансер. А роскошный особняк, выстроенный епархиальным архитектором Покровским для себя и своей семьи, после революции долгое время был штабом Красной Армии.
Сейчас он занят властью под другими флагами. А когда-то возле этого здания стояли целые караваны красных тачанок. Прежняя власть не чуралась искусства, поэтому это здание было выстроено как картинная галерея. Нынешняя власть больше предпочитает иметь дело с виртуальной реальностью, кадры для которой куются в патентно-компьютерном колледже. И эта улица всегда была устремлена в будущее. Например, бывший кинотеатр Жданова, ныне Дружбы, был выстроен скоростными показательными методами за 2 месяца. Впрочем, что значит этот срок для самого Петровского, коммуниста с 1897 года, чей партийный стаж, будь он жив, на сегодняшний день составил бы 100 лет? Между улицами Иванова и Петровского есть много общего. И та, и другая были основаны еще в 19 веке. И та, и другая названы именами крупных украинских политических деятелей. И хотя улицы Иванова и Петровского идут параллельно друг к другу, скрещение их судеб доказывает тот факт, что параллельные прямые таки иногда пересекаются.